данный момент проводятся работы по благоустройству санузлов с примыканием к зданиям, чтобы детишкам было комфортно, чтобы не каждый раз, то есть бывает погода, не погода, да и ночью, и днем бывает, детки просыпаются, легче сходить в туалет, помыться, как бы, ну, делаем все, что от нас необходимо. Поступило предложение облагоустроить. И так как я сам с Копчака, имеем тоже 4 детей, и даст Бог, успеем в срок, и мы успеем обязательно, потому что работы идут, и несмотря на такую жару, слава Богу, идет работа. Думаю, что детки придут, будут рады, и также и родители, думаю, что будут рады. Есть все необходимое, естественно, где есть удобство, там и легче, и проще, да? Вот. Спасибо спонсорам. Спонсоров, без спонсоров, как бы, это в лице Примарии. Вот. Потому что работа идет довольно качественного уровня. Как бы не берем, что попало, берем хороший материал. Делаем только с хороших материалов, потому что, сами знаете, здание уже со времен СССР, слава Богу, держится и будет держаться. Я думаю, что наши постройки тоже. В данный момент, получается, мы сейчас подвели канализацию, водопровод подвели. Данный этап идет у нас фундамент с черным полом. Потом закажем сэндвич-панели. То есть, кто в курсе и знает, что это такое, это утепленный вид и стен, как бы быстро воздвигаемые. Вот, крыша. Стены, сэндвич-панели. Думаю, что будет уютно и комфортно.